лимитов. Готов ли ты к бою, да или нет? Сейчас они закончатся, я скажу. Шавхал здесь. И давайте дадим сказать ему слово. Режи, поддержкеш, войне, волчва. Галя, ретиш. Несмотря ни на что, я сегодня не дерусь, не пришел на бой, да? Посмотри у меня, какая поддержка здесь. Режи, ешь, поддержкеш. Чтоб ты понимал, 80% приехали люди мой бой посмотреть. Они какие здесь, какие-то непонятные бойцы. Вежи, есть, ажи, поддержь! Шавхал, неуважительно говорить о действующих чемпионах лиги, что они какие-то непонятные бойцы. Я говорю по медийности, а из-за того, что я говорю... А я бы и по медийности поспорил. Смотри, у меня есть вам разговор. Ты готов к бою или нет, без разговоров? Любой весовой лимит. Любой весовой лимит. Ты готов? Я сегодня скажу и ответ тебе дам, хорошо? Конечно. Я приехал сюда точку поставить на сегодня. Знаешь, какой у меня разговор сегодня? Вы, то, что говорите, у меня бойца важнее любого ивента, любого боя, важнее здоровый бойца. Я не сделал весь, я признаю, это моя вина. Я не отнес ответственность, это я признаю, никаких проблем нет. Я приехал поставить точку. Если по спортивному интересу, я попросил на сентябрь, если вы сомневались в моем мужского, я запустите перса меня, я сниму шкуру здесь, я здесь готов. Один выйдет из нас. Через два боя мы тебя ждем здесь, Шавхал. Мы ждем тебя здесь через два боя, Шавхал. В мейн-эвенте. Одевайте тейпы, перчатки, и мы тебя здесь ждем. Я готов. Через прямо два боя сейчас. У вас мейн-эвент. Перс на камеру умеет. Через два боя мы тебя ждем, Шавхал. Подготовьте свою амуницию. Оденьте тейпы. И через два боя мейн-эвент ваш, Шавхал. Хорошо, никаких проблем нету. Только один из нас отсюда выходит. Только один из вас. Только один из нас только выходит. Один из вас. Еще хотел мы тебя ждем, Шавхал. Мы тебя ждем, Шавхал. И ты человек слова. И ты человек слова, если сделаешь это. Все, никаких проблем. Мы тебя ждем. И у меня есть Шавхал, еще один момент. Шавхал, Роберт Чурчаев, ваши аплодисменты. Суляну, не стоит на камеру играть красавчиком, а на деле быть лицемером. Вы на меня выпили все грязью, как будто я специально этот бой не вышел. Если вы мужской качатель, я здесь. Шавхал, если ты выходишь, то все вопросы сняты. Я здесь. Если ты здесь, то все вопросы сняты. Я здесь. Прямо сейчас хотите вы? Давай, перс, выходи. Через два боя мы тебя ждем. Давай. Александр Загорский, приглашаем вас в октагон. И переходим к следующему бою. Через бой мы тебя ждем. Он здесь, и он готов. Тебе осталось подготовиться, Шавхал, и выйти в октагон. Шорты, снять кроссовки, тейпы на руки. И мы тебя ждем. Через два боя мы тебя ждем. Я прямо сейчас готов. Я понимаю. Только один нас из нас выходит. Да, Шавхал, да, ты мужчина. Ты сдержал свое слово. Шавхал, шорты, тейпы на руки. Шавхал, шорты, тейпы на руки, Шавхал. Вы же мое сомнение, сомневались в моем мужское. Вы же мое мужское сомневались. Нет, вы сомневались. Никто не сомневался. И стоял и говорил, да. Что я не приехал. А ты приехал. Я приехал, я здесь. А ты красавчик. Сейчас да, да, Шавхал, ты здесь. Ты красавчик, я Шавхал. Готов, да. Я здесь! Давай, Перс, иди сюда! Иди, Перс! Ваши аплодисменты, друзья! Следующий бой! Сектируйте перчатки, пусть выходят! Через бой!